Всем привет! С вами канал Артмания. Находимся мы в Отрадном. Сегодня мы приехали. Я снимать не стала, как мы едем, смысла нет. Вот, и сейчас я вам покажу, что я увидела в Ракаре. Это интересно. Сколько лет уже этот Ракаре существует, но первый раз я такое увидела. Смотрите дальше. Смотрите, кто тут в Ракаре живет. Какая-то странная пиявка. Тут вот еще лягушка где-то была. Она двигается. Она вся двигается. Какое-то странное существо. Лягушка еще вынырила. Вот что это такое может быть? Вот и купайся после этого в озерах. Гусеница подобная. Но если бы это была гусеница, она бы уже умерла. Задохнулась давно. Вот здесь нашла детеныша. У нее есть ребенок. Их уже двое. Их уже двое. То есть это точно значит речное животное. Может, там вообще целый выводок. Вообще запущенный такой. Там вот лыжники. Здесь еще живут у нас две лягушки. Ты возьми побольше бумаги-то. Чё ты бегаешь за кусочками-то?
фотки выложи-то пока. Да я выложила. Ну там разогреть надо будет перед самым этим. Разогреть? Ну да, она же холодная, из холодильника. Да. Иду. Она какая там, жареная, что ли? Ну, ты можешь не разогревать. Ну, ладно, шашлык снимать. Красиво как. Мне, пожалуйста, поджаристый. Выберешь, какой тебе больше нравится. Нет, ты мне сделай просто поджаристый. А где мой банан? Какой банан? Желтый банан. Не видел. Желтый банан где? Не видел. Ни желтого, ни зеленого банана не видел. А синий? Да, тем более. Ну, вот тебе раз. Ой, что там костер маленький. Догорает. Давай делай хорошенько, чтобы сырыми не получились. Ой. Ну что, разогрелась рыбка-то? Да. А то правильно, там ничего нету, а поэтому, наверное. Не знаю, странная какая-то микроволновка, ее на камеру надо было заснять. Как там, какие цвета там только не были. То и голубой, и фиолетовый, и белый, и черный, и вообще. Никогда бы не подумал, что микроволновка такими. Все можно нести. Цветами. Как она вообще, микроволновка, определила, что там. Ай! Вот такой у нас дачный столик получился. Жень, как всегда, бумажечками меня тут разложил. То газета тут. Первый раз такое. Всякие бумажки тут. Спецскидки, Лада там. Ой. Здесь у нас пирожочки нам оставили родители, помидорка, там вот рыбка, и сейчас будет шашлык. Ждем его. Слюнки текут, не могу. Конечно, какая она тут? Вот это будет просто. Где стаканчики? Я не знаю, где у вас стаканчики. Он, мне кажется, побольше, вкуснее. О, а я думаю, что мне не хватает? Ням-ням. Пожелайте нам приятного аппетита. Thank you.